Между тем, 8 случаев Конго крымской геморрагической лихорадки выявлено в республике. От этого вируса уже скончались 2 человека в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. По статистике, больше всего случаев заражения в Южном Казахстане. По словам главного санитарного врача страны, ситуация в опасных регионах под контролем. Проводятся профилактические обработки по снижению численности клещей. Специально на эти работы в 3 областях выделено больше 500 миллионов тенге. Отслеживаем ситуацию. В этом году была очень теплая зима, снежная, поэтому большое количество клещей. На сегодня все 254 неблагополучных населенных пункта, вокруг них проведены обработки, созданы санитарно-защитные зоны. Минсельхозом проводится обработка в местах выпаса и управлением сельского хозяйства. Акиматов проводится обработка личных подворий сельчан.